Здравствуйте, вы говорите по-русски, а? Скажите, я просто не, я не местный, не из Армении. Мне сегодня нужно проехать, в общем, через Гюмри, выехать из Еревана, проехать через Гюмри. У тебя все вечером 12 часов только. Что? Опоздал. Вечером 12 часов. 12 часов. Будет 12, тогда можешь идти. Куда хочешь. Утро 8, опять так это будет. Понятно. Ну ладно, хоть спасибо на этом. Это отличная новость.